было в данное время мощное оружие, которое назвали королевским штурм-мечом. Многие годы королевства котов и собак сражались за право обладать им, но однажды клинок разбился на обломки и с тех пор по миру... Короче, разлетелся. Это у нас, короче, с вами игруля Cat Quest 2. Я уже проходил первую часть, она, скорее всего, где-то вот здесь появилось уведомление на первый плеер с первой частью. И можете, в принципе, посмотреть. И да, с вами Шимики, как обычно. Так, индивидуальная игра, в принципе, новая игра. Так, параметры, давайте сразу посмотрим. Ромкость эффектов, клавиатура, применить изменения. В принципе, мне все тут нравится. Новая игра. Два персонажа. Окей, собака и кот. Давным-давно обитало на земле великое зло. Два короля боролись с ним, но пали под натиском его разрушительной силы. И было пророчество, которое предсказало их возвращение. Ведь только их свету суждено пробиться сквозь пелену мрака. Так. Кори, мои короли, вы и вправду вернулись. Пророчество сбылось. Это я, Кири, ваш королевский советник. Мир в беде, вы должны идти за мной. Так, ну, кнопочки, как обычно, перекат. Так, драться. Так, там. Так, у нас есть карта, хорошо. Сундучок золотой. Нифига здесь. Нифига здесь карта. В оригинале, если не ошибаюсь, она была намного меньше, да? Ну, то есть, здесь был только вот такая вот площадь, считай. Такая площадь. Ну, это просто здоровенная. Какие-то кристальные локации. Тут монумент, скорее, тут инопланетяне у тебя будут, которые показали в начале. Кошкина мордашка. Так, это королевство. Горная локация у нас есть. Локация леса. Проклятого, да? Какой-то... Так, персидский барьер. Манать, здесь локация огромная, слушайте. Так, здесь у нас, короче, пустыня. Пустыня, огромные пустыни. Короче, это, знаете, как оригинальная часть, только в два раза больше по карте. Значит, здесь в два раза больше локаций, хотя их можно тут уже сразу увидеть. Мне интересно по сюжету. Так, у нас разделяется на два типа теперь инвентарь. Так, для смены. Коты. Это что, ведьмак? Так, а магия, я вижу. 4 ячейки есть. Ну, в принципе, все. Так, X также у нас меняет. Давайте, наверное, в клавиатуре изменю. Так, атака. Катиться. Поменять. Хэм. Заклинание. R. F. Давайте я, наверное, заклинание поставлю на циферки. Налево, право, назад. Инвентарь. Использовать Е. Сортировать Q. Значит, давайте для... Поменять будет у нас... Да, в принципе, я не знаю даже. Подожди, на какую мне правую? Давайте правую кнопку тоже назначим. Давайте поменяем, менять на М, а перекат на правую.
принципе, более удобно. Увидимся на другой стороне. Так, у этого мурчательные берега. Пещера храбрых. Ну, поехали. Так, пещера храбрых. Это, получается, у нас локация более... кошачья лохмосья. Окей, так, инвентарь. Кошачья лохмосья. А что мы выкинули? А, мы же голые, да, были? Все. Так, я помню этих. Это было критическое попадание? Так, собачья лохмотья. А, все, вижу, внизу напишет. Чтобы атаковать. Чтобы... так, увернуться от вражеской атаки. Ну, смотрите, нам, в принципе, помогает. Ну, блин, я не знаю, мне бы... чтобы было без помощники. Во имя могущественного первых королей, да возродится эта сила в вас. Так, вы основного... так. Освоили Огнемур и Зимолапку. Хорошо, так, это у нас магия. Так, подожди. Ага. Ну, блин, я думал... ладно. Или все-таки поменять лучше это. На другую. Я помню, магию можно было с помощью колесика менять. Ну, такое. Чтобы поменять персонажа, так это я в курсе. Ну, в принципе, огонь не жесткий. Лед он только замедляет. Я, наверное, все-таки поменяю на другую клавишу, потому что мне немного некомфортно. Давайте тогда поменять будет на этот, а катиться на пробел, как он тут и назначен. Хотя... ладно. Так, у нас есть ящик теперь с деньгами. Или давайте активация лучше будет у нас на И. А я знаю, да, я лучше активацию поставлю. Так. Не, давай... подожди, поменять у нас на Е, да? А что у нас тогда выходит? Подождите, я чё-то не врубаюсь. Блин, я почему-то юзаю перекат. Забываю. Вряд ли вам это понравится, но злые короли захватили престолы. Лев Муркуратор и Волк Лаборатор. Поэтому только вы можете помочь нам, мои короли. Да, я нажимаю теперь на Е. Путеводный знак. Путеводные знаки дают возможность быстрого перемещения по вашим королевствам. Окей. Горло. Сейчас мы в Фелинграде, здесь правит лев. Кузнец по имени Кушалапа обещал помочь нам. Встретимся там. И да, добро пожаловать домой, ваше мурлычество. Так, вас пройдем. Мур-лев страшный король. Его интересует лишь война с империей Люпуса.
Южная Лохова. Ладно, успею. Так, монетка. Можно, в принципе, пофармиться, как вариант. Да, вот есть критическое попадание. А, он еще плюс замедляет при этом атаки. Вражеский, хорошо. Уровень 3. Я не помню, на что влияет уровень. Ваше величество, Коша пропала в переделку. Так, попала в переделку. Давай. Взгляните на эту записку на двери Коши. Отлучусь на минуту и вернусь очень скоро, друзья. Это случилось 2 дня назад. Боюсь, она попала в переделку. Передрягу. Так, вы не чуете его запаха? Славный песик. Ой, я имел в виду... Отличная работа, ваша... Овечество. Так, я хранитель всех преданий вам времени. Хотел вернуться в тот момент квеста, когда приняли это в первый раз. А, не, подожди, это значит, короче, отмена квеста, я понял. Хорошо. А что, типа, нету переключения между квестами? Помогите кто-нибудь! Или, подожди, первой части не было, да, кажется, переключения? Даже не помню. Так, там золотой сундук, но я помню, в золотых сундуках нужны эти были ключи. Ущелье моря. Ущелье моря. Стойте, не о вас ли рассказывал мне Кири? О, простите мою грубость, ваше мурлычество, но у меня просто голова кругом идет. Мне не хватает сноровки для добычи руды. Помогите мне, мурляю. Ну, погнали. Так, ну он довольно быстрый, слушайте. Успеть можно. Вы добавили руду. Хорошо. То есть, еще ваше мурлычество. Так, я не помню, были еще секретки всякие связанные. Там секретные сундуки. Все в таком духе. Готово. Вы добыли руду. Доспехи рыцаря. Неплохо. Так, подожди, у тебя... Ну, это, в принципе, ладно, одинаковые доспехи. Я не знаю, буду ли играть я за одного персонажа, либо буду переключаться. Пока что за это не знаю. Не знаю, можно его атаковать вручную. Хочу проверять. Нагрудник это Риста. Так, ну плюс урон, слушайте. Плюс 2 урона. Давайте катариста я себе возьму, чтобы больше урона наносить. Так, подожди, катариста того, да? А вот ему я дам... Броник. Так, у нас хорошо выходит. Это у нас шкала... Короче, шкала маны справа, слева. Так, а дайте руну Коши. Это замурятельно. Заходите в мой магазин еще, друзья. Сердечко. Так, перекат. Стойте, снова какие-то налоги? Прошу прощения, госпожа, но все коты, которые не соблюдают новых законов, отправляются в тюрьму. Что ж, берите. Налоги. Коша лапа. Здесь немного изменилось, да, антураж? Итак, Коша будет нашим персональным кузнецом.
Именно так. Все оружие отправляется ко мне на улучшение. Вы можете улучшить свою экипировку у Кошелапы. Эй, друзья, хотите улучшить свое оружие? Ну, так, я вижу улучшение, то есть улучшается на плюс один только. Я могу урон увеличить как вариант. Да? Ну, а я улучшу, пускай будет. Так, и все. Великолепные новости. Маги тоже хотят помочь свергнуть львам. Поторопитесь в туманы Лапортусова. Квест пройден. Ох, это было быстро. Да, есть критические попадания. Там плюс 5 дэмэджа. Так, подожди, давайте, наверное, там будем пещеры защищать, да, потихоньку некоторые. Да, вдвоем ману намного быстрее справляешься. Надеюсь, маги научат нас какой-нибудь силапной магии. А, туманные котята. Давайте. Я же говорил вам, это теория бесконечного времени линий. Мяу. Собака! На нас... Собака на нас захватывает. Нас захватывает, я понял. Так он у нас. Спокойно, это те, о которых я говорил. О, мои усики. Скорее идем вернем... Так. Идем внутрь, ваше мурлычество. Снова сел. Вчера было нормально все, теперь снова минус горло. Идите к великолепному клубку. А, вселенскому клубку, чтобы улучшить вашу магию. Хотите улучшить свои магии? О, нихрена. Ну, на 15% улучшение. Да, не хочу. Запретная магия... Путешествие во времени опасно, все должны оставаться так, как оно было прежде, чтобы не случилось парадокса. А магия для новичка 2. Посохи магов генерируют ману быстрее. Используйте их, чтобы накапливать больше магии. Хорошо. Фух. Солдаты! Льва идут! Мурляй, вы должны защитить наше ваше мурлычество. Вот, возьмите, это должно помочь. Посох молния. Оружие магов стреляет с дальнего расстояния. Так, а я не помню, были у нас, кажется, посохи. Кажется, были, да? А, тут я делал уже. Точно. Давайте попробуем. По приказу короля льва все маги заключены в тюрьму. В одну камеру с огурцом. В сторону, вы двое. Давайте попробуем магию. Я вижу, вы не останавливаете нам выбора. Выпустите мистера Рокки. Но, сэр, мистер Рокки крайне слаб против магии, верно? Тише, они должны узнать этого. Но уже поздно. Ой-ой-ой. Ну, слушайте, по 16. Мистер Рокки, нет! Я понял, для мага лучше... О-о-о, стой, а чё у меня так хп мало? Так, вот этого я немножко сейчас не понял. П-
Почему у меня урезают хп? Может, пускай он будет махом? Пускай он будет махом. А я буду грешником. Может, из-за этого? Благодарю вас, ваше мурлычество. Я окей. Теперь мы готовы встретиться с львом. В католице. Так, я вижу там еще один камешек. Сейвом. Да, сохраняться тоже нужно. Блин, а я ж по воде, да, ходить не могу. Че? Давайте по пути 10 уровня. Пещера Грот. Поехали. Я буду, короче, вот так вот как раз переключаться на кота. Когда нужна ближняя там. Так, шляпа кота контюриста. Неплохо, слушайте. Плюс еще 3 дэмэджа. Давайте, наверное, поверху пойдем. Ай-яй-яй-яй. Короче, когда ты в области, тебе все равно урон наносится. Посох молнии. Так, это кошаку, это норма. Добью, добью, добью. Не добил. Так, а так, меня сейчас апнуть должны. Где левел ап? А, в смысле, это был не левел ап? Точно, тоже полоса маны. Ё-моё. Ладно. Потом и королей разбудите свою внутреннюю силу. А вы изучили меховой щит. Максимальная мана также увеличивается. Неплохо. Так, подождите, а ману... Давайте щит, скорее всего, я ему дам. Он будет у меня кастовать, плюс у него бесконечно мана, да, отлично. А, ну, в принципе, да. У него бесконечно мана. Так, если я не ошибаюсь, пишет, что пещера защищена, если это так. Подождите. Пещера защищена? В смысле, враги заново появляются? Так, это плохо, слушайте. Это реально плохо, ладно. Так, что здесь у нас для 10 уровня? Давайте попробуем. Королевская печать. Ладно, сюда рано. Что у нас вообще тут в окрестностях есть? Так, сохранись. Опа, задание есть. Эй, не протяните нам лапу помощи. Какие-то псы напали на нас, и мы вынуждены отбиваться. Так, заклинание котов. Ладно, премиум задание. Кстати, ты тоже собака? Ты добрая собака? Я окей, ладно. Какие-то собаки подло напали на нас с океана. Мы сумели прогнать их, но без сомнения они еще вернутся. Глава Так, Горжан дает вам рецепт заклинания. Это барьерное заклинание, чтобы их отгородить от собак. Да. Может помочь мне и попросить магию приготовить его. Мага. Я займусь оборкой собачьей шерсти. Оставайтесь после них. Так, нам нужно, получается, быть теперь к магам.
Так, мурняу, ваше мурлычество, чем я могу вам помочь? Вы даете рецепт заклинания «Могу». О, так говорите, это барьер заклинания? Я помогу вам его приготовить. Для начала мне понадобится кошачья шерсть, ваше мурлычество. Я видел ее у деревьев на улице. Хорошо. Остерегайтесь летучих мышей, они любят собирать кошачью шерсть для своих гнезд. Так, а кажется, эти тоже давно были. Ой-ой-ой. А по мне урон, да, увеличился немного? Но мне показалось. Так, мы подброшили кошачью шерсть. Селянин. Гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ваше мурлычество, сюда! Я как переживал, что летучие мыши вас съели. Окей. А, давай. Его одолеем. В принципе, уже по 12 урона. Мы дадим... Так, могу кошачью шерсть. Великолепно, зверь. Нам нужна собачья шерсть. Но как мы... Оу, ее можно найти у южного лапорта? Восхитительно. Вперед, ваше мурлычество. Что ее тут очень много стало, не думаете? О, здесь живет собака. Здесь так много собачьей шерсти. Вы передаете собачью шерсть. Мурли, ясно. Барьерное заклинание скоро будет готово. Я еще вернусь в ваше мурлычество. Я вернусь в ваше мурлычество. Мне кажется, это заклинание слежки, а не барьерное заклинание, но я могу ошибаться. Маг дает вам кристалл заклинания. Мне пора уходить, ваше мурлячество, прощайте. Вы даете главе горожан кристалл заклинания. Благодарю вас за заклинание с барьером. Ха-ха. Вы еще и собачья шерсть подчистили тут. Странно, что они до сих пор появляются. Вот награда. Секирия рыцаря, ничего себе, плюс защита. Вам еще понадобится помощь. Приходите к нам. Так, квест пройден, хорошо. Так, давайте я секиру. Так, что-то... Подождите, тут можно как-то отслеживать, да, задание или нет? Не помню. Гав, 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 ради гав, помогите. Проклятие собак. Давайте. Гав, гав, идите гав с записком. О, нихера тут записок. Просто раскидал эти записки везде. Так, в принципе, я могу уже это просто их бить, да и все. Они не успевают меня добить. А, фу, я думал, это каждого читать нужно будет. А, нет, смотрите, этого я не успел. Мяу, эй, сюда! Поспешите, а то они заметят вас. Так, маг. Ну, в принципе, по 17. Нормально. Католическая пещера. Да, здесь, идите сюда. Давайте круг навернем. О! Чудовищная сила не дает открыть этот сундук. Но...
Сапфира бить это будет долго. Наконец-то, я настоящая глава горожан Южного Лапорта. Эти беспорядные псы, которые нас захватили, предали нам собачий облик с помощью каких-то безумных дымовых шашек. Но эти чары не действуют в темноте, поэтому мы позвали вас сюда. И теперь мы разделены. Прошу, проверьте, как там остальные. Все ли у них мяукей? А вот почему так теперь я теперь мог бегать. Так, сундук. Так, 90 монет. Хорошо. Не успел. Хотя два удара я успеваю делать перед тем, как не успел. О, он щит набросил. Хера. А, заметьте, мана у него не заканчивается, когда он кастует. О, теперь вы так понимаете нас? Это дымовая шашка исказила и нашу речь. Нам ничего не остается, кроме как бежать и прятаться. Но спасибо, что разобрались в нашем деле. Мне кажется, третье задание это будет с проклятием софту, потому что другое. Так, сундучок. Доспехи рыцаря. Эти псы прикинулись с нами, заняли наши дома и выгнали нас вон. И не беспокойтесь обо мне, я скоро присоединюсь к остальным. Окей. Надо на самом деле улучшить будет магию огня. Я помню, она была имбой после прокачки. А, селяне. Друзья, я пытался поговорить с вами ранее, но вы не понимали меня. Я видел, как они приготовляют заклинание слежки за нами. Они хотят избавиться от нас, как от свидетелей. Я должна предупредить остальных. Нагрудник ледяного мага. Ледяной урон в плюс. Так, ну давайте я тогда ему... Логично, там этот... Мага. Он же у нас все-таки маг. Но это минус 4 брони. Блин, это минус 4 брони. Ну ладно. О, друзья, какое путешествие с... пушистое совпадение. А не главное, когда рожден... Это горожанин. Вы обвиняете меня в том, что я собака? Ладно, ладно, вы правы, я собака. Но пока я осматривался, я обнаружил котов, которые выглядят как мы. Из шкуры лезут, чтобы выжить в этой войне. Я не могу позволить другим собакам отслеживать котов. Встретимся снова в Южном порту. Плюс квестик. Давайте закончим уже с котами. И закончим, в принципе, и серию. С возвращением, не можете мне сделать барьерное заклинание? Возвращение котов. Давай. Это обман. На случай, если подслушивают. Авкей, видишь это? Это заклинание слежки. Они вот-вот активируют его, чтобы выследить котов. Я заберу его и выброшу подальше. За мной. Ну, если что, ты от меня далеко не убежишь. Ну, давай. Поля мурмяу. Стой. Мой нос унюхал что-то опасное. Так, лиса я помню. О, лисы могут теперь что-то пулять. Ни хрена себе. Это что-то новенькое. А, точно, у них же сопротивление. Стой, ну скорее всего... Нет, я понял.
Ай-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Монахи у нас тут битвы. А эти что, между собой дрались? Ж, ёлки-палки. Ладно, барьер помогает. Вот это сложно была битва. Скорее, я не знаю, так, слышали ли это другие собаки. Нам нужно избавиться от этого заклинания слежки, как мяу уже скорее. Полетели. Ах ты ж черт. Не слишком поздно, они нашли нас. А, капитан солдат. Что это солдат? Куда ты несешь это заклинание слежки? Сэр, нам не следует делать этого. Этим мы только затягиваем войну. Все мы просто хотим выжить. Такие действия приведут лишь к еще более большим разрушениям. Приказ есть приказ. Лапы вверх, ребята. В наших рядах предатель. Мы перебьем вас всех. Черт. Так, а я не с таким... Ты ж ё-моё. Нужно, короче... Не так сильно налипать, но на самом деле в атаке. Ладно. О, тихо. Ясно, ясно. А, маны нет. Маны нет, я понял. Момент воскрешения. Ух, ладно, сумел. Ух, плюс левелап. Да, здесь сложно пошли враги. Спасибо, что остановили их. Пока мы дрались, я выбросил кристалл с заклинанием слежки. Еще я снова... Так. Я снял проклятие с котов, теперь все должны быть в порядке. О, и еще, возьмите это. Доспехи солдата собак. Получение опыта 20%? Теперь я... Так. Теперь я домой. Я просто надеюсь, что это... Что я... Лайт, война скоро закончится. Подождите, тогда мне... А давайте, знаете, что попробуем. Есть тут где-то пучок опыта? Ну вот, допустим. Я сейчас один так подберу, да? Так, 9. Теперь я экипирую... На него доспех. Все равно 9. Теперь я переключусь. Я получаю поди. Ну блин, в принципе, знаете, можно убивать с помощью кота. Хотя. Офиг его. Ладно, пускай будет магия. Будем подбирать. А вот это магия, ну типа, процентная херня. Мне что, будет тоже даваться или нет? Типа за выполнение задания всего. Давайте в пещеру перекатимся. Да, вот это что, враги часто спамятся. Ладно, теперь здесь враги. Ну, в принципе, я думаю, на этом можно закончить с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.